Здравствуйте, привет, салам алейку, ни хао, бонжур, добро пожаловать в Африке. Это Матиус. Страна называется Замбия. Я сейчас в шоке, удивлена, что нашел русского человека, который уже живет в Замбии почти 18 лет. И у него есть недвижимость здесь. Поэтому я вам сказал, что вы можете сюда заниматься, приехать сюда и заниматься бизнесом по недвижимости. Если вы новые на этот канал, не забудьте подписаться и поставить лайк. У него вообще очень красивые и замечательные дома, которые он арендует гостям и замбийцам и так далее. Кстати, его зовут Влад. У него есть жена, тоже из Замбии. Тен-ден. Это ворота, конечно. Он тоже здесь живет. Давайте зайдем и посмотрим, что тут есть. Здесь работает охранник. И еще на всякий случай, если пожар, есть все, что надо. Где там парковка, можно парковать свою машину. И в конце этого видео я вам скажу, сколько стоит купить здесь дома. Сколько стоит здесь арендовать дома. Если вы желаете приехать сюда, в Замбии, из России, почему нет здесь арендовать? Потому что это типа поддерживать ваш человека. Смотрите, есть направо дома. Это двухэтажный. И налево тоже есть. Тоже двухэтажный дома. Что еще здесь? Стиральная машина, если вы хотите стирать одежду. Вы ждали видеть, что русский человек, он здесь в Замбии, занимается бизнесом по недвижимости. Еще и тут еще люди, которые снимают их машина, они парковали и... Вот, очень-очень интересно, как вам это дом. Большинство, они говорят, что вот в Африке, когда люди приезжают сюда, или те, кто просто смотрят по телевизору, они говорят, что в Африке очень опасно жить. Вот это подтверждение, что тут можно спокойно жить. И еще заниматься бизнесом по недвижимости. Очень-очень красивый дом. И это еще люди здесь, они живут и так далее. Очень интересное место. После этого я вам покажу, как выглядит внутри. Это просто снаружи. Пока вы смотрите этот видео, пишите в комментариях, как вам атмосфера, как вам архитектура, как вам это место еще. Я сам не ожидал видеть, что или встретил, не ожидал встретиться русского человека, который занимается бизнес и не движимость здесь в Африке. Это очень выгодный бизнес здесь. Если вы хотите купить здесь дом или арендовать, вы свободен. Когда вы приедете в Замбию, не забудьте писать ему или меня. Я вам
помогу. Что еще есть? Есть! Конечно! На расслабоне, на чире. Есть. Бассейн. Можно спокойно. Что делать? Отдохнуть. Есть. Там. И еще есть. Кстати, это квартира, которую вы можете арендовать либо месяц или купить и так далее, как вам удобно. Еще вот есть. Кстати, здесь можно просто приехать с чемоданом и все. Не надо посуда и так далее, потому что все есть внутри. Я помню, что в прошлый раз сделал видео, и люди, они спросили, если есть кондиционер. Конечно, вам сейчас покажу, потому что у нас здесь бывает, что иногда жарко. Вот есть кондиционер. Можно на расслабоне, на чире, потому что они знают, что здесь иногда бывает жарко. Кроме этого, те, кто любит фитнес, тут есть спортзал. Это все на месте. Это все на месте. Все это на месте. Как хорошо. Я тоже хочу иметь недвижимость в России, как у русских. Здесь он занимается этим бизнес. Парковка. Можно здесь парковать свою машину. И, конечно, охрана есть. И видео на наблюдение. Все тут есть. Поэтому я вам советую, если вы желаете начать заниматься бизнесом в Африке или в Замбии, это бизнес, который будет очень выгодно. Если вам интересно, пишите мне в личку. У меня свои данные в описании видео. И я буду ждать, слушать от вас. Кстати, здесь квартира есть номер. Это номер 5. А дальше направо это номер 10. Я забыл вам сказать, что не только по месяцам и по дням можно арендовать. Те, кто любит путешествовать по группам, это очень удобное место, потому что в день стоит $200. Если вы где-то 5 человек или 4, вообще очень-очень дешево. Это все дома у русских человек, которые здесь уже живет 18 лет. Вау! Купить это, что вы сейчас видите, это все он продается. Стоит 3 миллионов долларов. Вот вы можете купить это место за эту сумму. Как вам эта сумма? И еще можно арендовать. Как я сказал, что это двухэтажный квартира. Сейчас мы поднимаемся на второй этаж. Посмотрите, здесь можно приехать со своим чемоданом и пожить здесь один день или месяц и так далее. Душ есть, конечно, и зеркало. Тут
все есть уборщица. Вам ничего не надо делать, просто кушать и все. Жизнь очень прекрасная. Посмотрите, хороший дизайн. Очень красиво, все сделано, очень аккуратно. Вау. Это недвижимость у русских человек, который уже здесь живет 18 лет. Это шкаф. Дальше у нас еще другая комната, но тут уже кто-то живет, поэтому много не буду показать или снимать. Спасибо. Это на втором этаже, если что. Тут есть еще комната, как я сказал. Вот. Очень красиво. И ванна, конечно, там есть еще туалет, есть и душ. Поэтому, если вы хотите здесь арендовать или купить, вы можете мне писать и вам помогу, как всегда. Теперь я сейчас на первом этаже, что у нас есть на первом этаже здесь. Кстати, потому что большинство говорят, что в Африке интернета нету. Здесь все есть. Интернет, телевизор, можно смотреть новости, что происходит именно. Да, телевизор, кондиционер, когда жарко, потому что вы думаете, что в Африке всегда жарко, плюс 50 градусов и так далее. Это диван, можно здесь сидеть с компанией и отдохнуть от всего. Морозильки. В Африке у нас очень много фруктов и очень дешевые. Банана, яблоко. Ага. Вода, конечно, тоже есть. Если что, не переживайте. Крана. Да, вот вода есть. Плита, где можно готовить. Микроволновка. Конечно. Пожалуйста, добро пожаловать в Африке. Это основатели, если что. На улице здесь. Уф. Это тур по эти маленький район, где у нас человек из России живет. И кроме этого, он это бизнес занимается. Это еще на первом этаже. Опа! Здесь на расслабоне на Чире. Это self-contained комната. Все есть. Вау! Если вы хотите здесь на несколько дней не выходя на улицу, все есть. Ванна и душ. Всем привет. Привет, привет. Thank you very much. Вы можете поставить лайк и поделиться с другими, что можно спокойно заниматься бизнесом в Замби и можно спокойно переехать. Он сюда переехал и живет 18 лет. У него замбийка, жена.
я хочу сказать спасибо большое за просмотр, спасибо большое за поддержку. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Увидимся еще в следующем видео. И буду ждать обратную связь от вас. Вы хотели бы здесь пожить или переехать, или заниматься такой бизнесом? Пока-пока. Goodbye. До свидания.